Мусоросортировочный комплекс республики необходим. На нем планируют обрабатывать 75% всего объема твердых бытовых отходов. Здесь же планируется создание участка по изготовлению альтернативного топлива для цементной промышленности региона. В перспективе будет создана и линия компостирования органической фракции ТКО, и полигон для конечного размещения неутилизированных отходов. Технология будет использоваться самая современная. Работы выполняются в две смены. Количество рабочих на площадке 156 человек. Окончание строительных работ запланировано на 1 ноября 2024 года. Строительное выполнение 32%. На возведение мусоросортировочного комплекса привлечено 1 200 000 000 рублей федеральных средств. Работы должны идти с соблюдением всех нормативов и точно в срок. Коллеги, вы там взяли на себя обязательства в федеральном центре, да, с учетом гранта? Я прошу, сроки сейчас нагнали. Добавлю, что по плану на мусоросортировочном комплексе будет обрабатываться не менее 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Мощность линии по производству альтернативного топлива составит 57 тысяч тонн. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.